Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 1099. В фермерском хозяйстве под гречиху и просо отведено 19 гектар. Причем гречиха занимает на 5 гектар больше, чем просо. Сколько гектаров отведено под каждую из этих культур? Обозначим через x количество гектар, отведенных под гречиху, через y под просо. Согласно условию задачи, вместе под гречиху и просо отведено 19 гектар, значит уравнение будет x плюс y 19. И соблюдая условие, что под гречиху отведено на 5 гектар больше, чем просо, для просо получим уравнение x минус y равно 5. Составим систему линейных уравнений. X минус y равно 5 и x плюс y равно 19. Сложим почленно наши два уравнения, поскольку коэффициенты при x и y одинаковые, но отличаются, допустим, при y знаком. И получим 2x равняется 24, x равно 12. 12 гектар отведено под гречиху и 7 гектар отведено под просо. Ответ 12 гектар и 7 гектаров.